Всем привет! И сегодня будет очень интересный влог. Я надеюсь, что вам понравится, так что смотрите. Всем привет! Короче, мы попробуем снять такой влог. Я не знаю, что из этого получится. И сейчас уже 2:15 дня. Мы уже закончили первую тренировку. Утром было ничего интересного, я поэтому ничего не снимала. Мы просто встали как зомби, пошли на завтрак. Вернулись, опять начали спать, потом опять встали как зомби, пошли на тренировку. И сейчас мы лежим, отдыхаем, Лера еще нет, она скоро придет. Потом у нас вечерняя подкачка, потом отдых. Лера придет, что-то засниму интересное. Привет! Что я могу сказать? 2:30 я зашла в номер. Скоро на тренировку. Мы собираемся на тренировочку. Уже время подходит. Мы идем. Вот наша гостиница. Алло. Привет. Еще долго прожил, дай бог тебе. Мы Лера поздравляет дедулю, а мы идем в зал. Вон Дашка там. Ладно, дедуль, мне надо на тренировку. Давай. Люба, для вождения, пока. Катики у нас, клем ставим, заходите и налево. Да, подписываемся на Насин канал. Да. Да, crazy girl. Это мой шкафчик. Вот он. I want my kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And every breath you held on to. Taking all my kisses back from you. Give me the hellos and goodbyes. Pack up every morning and good night. I want the sunrises and moons. I'm taking all my kisses back. I want my kisses back from you. Yeah.
said for I don't even know you no more. Well, you cry on your begging knees. Oh, don't hate me, please. You want me to forgive, forget you. As easy as his lips impress you. And undress what you... Всем привет! Восстановление после тренировки. Я так устала. Зал. Мы тут не пошлите на вольный. Тут пляж. Это наше бревнышко. Самое лучшее бревно – это шпиц. Смотрите и запишите. Мы перейдем к брусьям. Это не основные брусья. Основные брусья дальние, но многие здесь работают. Затем есть трак. Это как дорожка. Попрыгай на ней. Но между дорожкой и батутом. Наша любимая магнезия. Кто не знал, это не мука. Не мука, не штукатурка, это магнезия, которой мы мажемся на брусья. Ну и не только на брусья, но чтобы руки не скользили, да. Вот такая дорожка, это трак и дорожка, она как на ней легко прыгать, она батутная такая. Вот. Это мостик, с него мы прыгаем прыжок. На основной. Вот так выглядит наша магнезия. Ты куда? Ты сама захотела? Представляете, человек после супер-мега подкачки захотел что-то сделать. Пошли быстрее, пока нас не увидели. Петли. Это одеваешь перчатки. Такие петельки. И, в общем, можешь на них крутиться, и тебя не отрывает никуда. Привет! Подписывайтесь на ее канал. Давай, Седа. Седа Тутхалян. Виктория Комова, Седа Тутхалян, Алия Мустафина. Мария Пасека. Ой, Мария Хренкова. Полина Федорова, Дарья Спиридонова, Екатерина Комаренко, Алия Мустафина, Татьяна Набиева и Алла Сосницкая. И Евгений Толич. Сансанна, скажите, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Это Мария Пасека, Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, я так понимаю. Виктория Комова. Второй наш зал. Здесь мы делаем вольные упражнения, параллельно прыгаем на акробатике. Тут у нас есть прыжок. Один на горку, второй сюда. Дальше мы перейдем прыжок, сделали вольные, сделали, пойдем на бревно. Ладно. Используйте на бревно, чтобы... Я вот любимый наскок. Да. Конечно же, в зале не обойдется без матов, чтобы если упасть или на бревно положить и что-нибудь делать. У нас есть брусья. Это кормушка. Это не для птиц, да. А для нас. Кормушка называется. Тут находится та самая магнезия, потому что она бывает в раскрошенном виде. Мы ее так крошим, чтобы наносить. И вот так. После этого, в принципе, мы подходим на... У нас есть еще брусья над ямой, чтобы было не больно падать. Ну и, в общем-то, в принципе, это и есть весь зал. Ну, на самом деле, очень большой и очень высокие потолки. То есть, респект. Хореограф. А это я, репортер. Еще перед самой тренировкой, перед разминкой мы используем валик, чтобы размять хорошо все мышцы. Мы кладем валик и начинаем по нему кататься. И за счет вот этих вот бурышек они очень хорошо разминают мышцы, и каждая мышца как бы расслабляется, прочувствуется.
еще у нас есть диски. У них типа учим повороты. Ну, типа. Не вытаскивается. О, вроде хороший, даже не тормозит. Ты такой стоишь. Итак, я покажу вам, что в моей сумке. Открываем, вот она такая. Russia. Выдают нам. Есть в ней накисники. Накисники для кистей. Потом лап есть. Это тоже накисники, только более мощные. Вот они. Такие сильные, со звездочкой. Потом есть такие чешечки, носочки. Они полуносочки такие, чтобы крутиться в них на вольных. Потом есть ножницы обязательно. Потом есть напульсники. Мы в них крутимся на брусьях. И так вот одеваем и крутимся. Кстати, нужно их постирать. Потом есть кинезия. Это чтобы клеить свои ножки и прыгать. Да, синенькая. Потом у нас есть куча тейпов всяких, смотрите. Такие гармошки называются они. Вам покажется странным, но это гармошки. Дальше у нас есть тейп. Вот такой обычный тейп. Как пластырь в аптеке, только тейп. Два, в пять раз дороже. Поролошка. Мы называем ее поролошкой. Такая вот поролошка. Одевается вот сюда. Потом есть такой мешочек красивенький с накладками. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Надо было постирать. Такая щетка. Это не для зубов. Ты приближаешь? Это не для зубов. Ни в коем случае не пробуйте ими чистить зубы. Вы просто попробуйте. Это железная щетка. Чтобы вот так вот накладки шкурить. Вот накладосы. Вот такие накладосы. Мы одеваем их на брусья. Наш любимый снаряд. Дальше. Есть петли. Лера рассказывала, что на петлях мы крутимся. Вот они. Обычные рабочие перчатки и петли. Запасные лапы новые. И, в общем-то, все. Еще одни петли запасные. И все. Такой обычный пшикалкой на брусья. Вот так. И, короче, так пшик-пшик-пшик, а потом мы подходим на снаряд. Мы идем в столовку. Кушать. Пожрать. На голове. Хотите? Нет, что ты взяла? Я взяла тоже. Такую курочку. Я взяла курочку. Компот. День закончился. Угу. Я, короче, сейчас монтирую это видео. Лера тоже там смотрит видео всякие. Телевизор у нас играет. В общем, это наш день на базе. Озеро Круглое. Скучный такой обычный день. Да. Надеемся, что вам понравилось это видео, очень потому надеемся. Что мы очень старались. Очень старались. Правда. Правда. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, идеи, что нам снять. Да, смотрите предыдущие ролики с соревнований, они очень интересные. Да. Вот, если вы хотите такие видео, то мы пишите. Будем. Поэтому всем спасибо за просмотр и пока.